знаешь, все этих неприятных, ну, кому неприятных, кому типа норм. А, водорослей. А еще там очень много доходов. Спасибо.
такого сладкого, даже здесь умудрился родить. Ну, слава Богу. Я надеюсь, что сейчас вам не будет. Принимала противовирус на кофеину, не болела. Потом, ну как, дней 5, может быть, на кофеину, они не закончились, и все. И вот мы сидели в автобусе, выбили кондей, просто нюхали. У меня просто вообще шкафы. Вот так что я вышла уже из автобуса с температурой, и у меня уже температура поднялась. И все, я болела в августе, в сентябре, в октябре, в ноябре. Просто у меня все очень плохо болело. Сначала я вылечусь, потом у меня что-то новенькое. Чтобы я вылечусь, не хотят что-то новенькое. Так что ты уехала, я еще болела еще 10 потом. А в декабре я уже не болела. Thank you.
Падай, падай.
хорошо, сейчас подойдем. Оставляю тебя поесть. Дети больно, а? Чего? Сейчас посмотрим. Кто-то тоже бухает. Надо, дядя!